Небольшой поселок Коктюре в Костанайской области называют центром национальной игры «Тогос Кумалак». Благодаря прекрасному наставнику аул воспитал несколько чемпионов. Спорт вообще пользуется здесь большим почетом. Молодежи есть с кого брать пример. Тренер сборной команды по лыжам Галихан Есиналин с гордостью показывает посетителям свои лыжи. Призер Олимпийских игр, он когда-то выступал наравне с таким известным спортсменом, как Иван Гаранин. Сейчас он, несмотря на возраст, ежедневно катается на велосипеде, а зимой ходит на лыжах. Я ежедневно на велосипеде в компании с внуком проезжаю 12-15 километров. Глава государства уделяет большое внимание спорту. Говорит, что не менее 30% казахстанцев должны заниматься спортом. Мне 74 года, но я до сих пор занимаюсь спортом. Хочу, чтобы молодежи было с кого брать пример. Притоболье поселок Коктюрек называют не иначе, как малой родиной игры в Тогос Кумалак. 20 человек, воспитанные Рыспаем Мукатайло, наставником по Тогос Кумалак, стали чемпионами области и республики. Моя цель – стать мастером спорта. Я хочу прославить свой аул. Среди жителей поселка Коктюрек очень много любителей футбола. Летом и взрослые, и дети собираются на этом футбольном поле. Коктюрекцы всегда активно участвуют в соревнованиях разного уровня. В последние годы интерес к спорту у сельчан заметно вырос. Если в прошлом году спортивные секции посещали около 6 тысяч человек, то в этом году уже более 7 тысяч жителей района. Ребята из Коктюрека станут чемпионами. В этом уверены и они сами, и их наставники. Чемпионами будущих олимпиад или просто чемпионами района. Главное ведь победа не над соперниками, а над собой и любовь к спорту. Алия Кужгалиева, Магауя Калиев, Сергей Трахтенберг, Хабар, Костанайская область.